Давай, давай. Я не просто даже. Не, оттуда не считают. Да? Тебе еще 5 раз. Кто? Да, вот отсюда ты. А, ты хитрюк. Блин, надо же. Забыл, блин. Все, построились. Андрюха, ты не бей, не защищайся. Андрюха, что у нас, да? Андрей, ты не бей, пожалуйста, защищайся. А если не можешь, то сделай другой протокол. А ты ударил, он тебе сильнее ударит. И потом еще сильнее. Да. У него, знаешь, сколько друзей у вас? Тебя тоже много, занимали? Так.
Это же не твои шла. Это сыр Бубин. А почему ты их хотел? Он не играл. Не ври. Можете его спросить, а то он придет, и вы его спросите. Может, ты плавки тебе дал? Нет. Нет? Иди с ним. Секунду. Еще раз, чужие вещи не бери, потом мне претензии предъявляют. А теперь остановись. Какой кимоно там валяет? Сели, давай. А сюда сюда, сели. Почему кимоно там валяет? Через пару лет вам голосовать, не будете голосовать, будете жить глубокой же. Да, и придется уезжать, куда надо учить там, язык, куда надо или итальянский, куда едешь, и отсюда уезжать. Или проголосовать так, как надо, постараться, чтобы хотя бы чуть-чуть лучше что-то изменилось. Тут бабушка надвое сказала. Поэтому еще раз, за политикой надо следить, президента знать в лицо, да, потому что президент помогает спортсменам. Вот Филатов, хоть и плохой, сейчас в тюрьме сидит, но он спортсменам такие деньги дал, квартиры дал, когда они на Олимпийских играх хорошо выступили. Естественно, спортсмены все стали хорошо тренироваться, больше. У нас сейчас есть группа очень сильных спортсменов, как олимпийский чемпион по вольной борьбе, в греко-греческой борьбе, олимпийский чемпион среди кадетов. Как он борется, это сказка, конечно. Убивает. 5 схваток, все в эти ворота. Турнир международный. Греция, Украина, Россия, Дания, Румыния, как еще одна страна. Вот. Германия. В одни ворота. Броски такие. Вот. Вигер, пожалуйста, дзюдоист, выиграл сейчас, можно сказать, чемпионат мира. Гранд Слэм Париж. Сейчас хорошо борется в этом, в Германии, в турнире. То есть он, кроме того, что тренируется, он... Кстати, ну не вам, а той в следующей группе я предложу пройти на ботанику и побороться с Верой. Вот как он борется. Он, кстати, нет у него мышц, 66 килограмм, худенький такой, все, выигрывает такие склады. Значит, просто вот дрони,
остановись. Дроник, кто там у нас? Пастухов. Я подойду к нему и скажу руку. Денис, побрись с этими пацанами. Все, он скажет, Сергей, хорошо. Тренер старший, к старшему, сначала к старшему тренеру. Он даст добро, потом веру, я не просто поборюсь. Как он борется, понимаете? Может быть, потренироваться и сам уже такого результата достигнешь. А раз достиг результат, это значит, там тебя принимают, здесь тебя принимают, здесь тебе помогают, тут тебе помогают. Только все. В этой жизни надо иметь много друзей, как больше, меньше врагов. Всегда кто-то поможет. Все, на практику. Вот. Стоп. Значит, смотрите, да? Мы пока посмотрим, как у нас Настя приживется, не приживется, как у нее физическая подготовка. Если все будет нормально, значит, войдет в коллектив. Если надо будет там физическую подготовку потянуть, значит, посмотрим. Да, поэтому, когда боретесь, будьте аккуратны. Да, представьте, что это ваша сестра. Да, Саня, вот это есть сестра? А? Нет. Нет. Вот это твоя сестра. Вот она идет со школы, ты вдруг кто-то к ней полез. Ты сказал, ну, не лезь к моей сестре. Все. Да, тебе кто-то полез, а там дроник идет, да, в бурдоже. И говорят, ну, это Саша, наш брат. Да, только так. Все, например, вот и гомаш. Все, пошли. Хорошо, 6-8 кружочков.